Вот и опять я в пути. Опять я тащусь на вокзале. Забежали быстренько покушать, потому что целый день было некогда. Заскочили в некую вареничную «Катюша». Вот. И среди ночи будем усугублять по вареникам. Вот. А еду я куда? Еду в Одессу ставить свой голливудский дорогущий зубной ряд. Покажу. Хочу попросить протезиста, который будет мне делать эту систему, чтобы он мне отснял этот процесс, да, она галимо выглядит, вся ситуация с зубами, да, я и морально, ну, галимо себя чувствую, что у меня во рту полный, извините меня, пиздец, но хочу показать, что было и что стало. Мало ли, вдруг кого-то это штырит тема, ну, в общем, едем. Едем в Одессу. Сейчас мы еще пока в Киеве, в привокзальной «Катюшке», варенички будем кушать. Добрым утром приехала. В Одессе холодно. Иду в гостиницу селиться. Черное море принимает постояльцев. Думаю, что за тряпочки на полу? А вот в правом крыле там лестница и ремонт, чтобы не натоптали красные дорожки. Так, где я? Мой номер. Вот это, наверное. Боже, как надо угадывать. Ага, вот так. Пошли. Угу. Вот мой номер. Что я вижу из окна? Одесса. Давно я не делала рум-туров. Так, ну что, здрасте. Здрасте. Да. Здрасте. Тут у меня что? Ой, синагога. Не, или это что? Не синагога, а арабский культурный центр. Кодер, в который я не дошла. А вон морепорт. Видите, в конце. Надо окно, наверное, открыть или не надо? Оно так открывается, как-то хотела через окно снять, что море. Окей. В общем, ребят, самый обычный, хороший, уютный номер с хорошими постелями, хорошим половым покрытием, с обычным санузлом. В общем, тур. Тур как тур. Хорошая гостиница «Черное море». Цена 33 евро в сутки.
В общем, завтра встретимся на кресле у стоматолога и будем вставлять себе челюсти. Надеюсь, что будем. А сегодня до побачення, до встречи.